Всем привет, с вами дядя Володя Страшный и Макарыч. Макарыч перезимовал. Короче, Макарыча кризис. Зима кончилась, наступила весна, и ему придется сейчас приступать к своим обязанностям. Вот по осени я его помыл, сейчас пытаюсь, короче, прокрутить. Он очень туго крутится. В общем, сейчас будем смотреть, что почем и почему. Короче, никакой аппарат. М40 125, 125 кубиков. Тут все промазано, все в масле. Короче, ножик очень сильно туго крутится. Аж скрипит. Сейчас я там ось побрызгаю. Муж заржавел цилиндр внутри. Хер знает, что там случилось. Но я, короче, знаю людей, у которых такая техника. Она вообще не обслуживалась никогда. И работает. И в худших условиях хранится. Ну, вы видели, у меня там есть видосы. Короче, я там ее постоянно ремонтирую. Но здесь не должно быть бензина, потому что как бы я его выработал до конца. Вот видите, да, действительно. Его там нету. Его там нету. Бензинчика зальем. В общем, сейчас я там побрызгаю ось. Сюда бензина залью. Кстати, сливается масло и заливается через одно и то же отверстие. Вот, через это. Вот через это. Сейчас я вот эту вот штуку попробую вытянуть. Очень туго крутится. Очень. Вот, еле-еле вытягиваю. Видите? Вот. Сейчас мы заведем шнурочек. Шнурок должен быть здесь для быстрого запуска, для удобного. Так, откручу. В общем, смотрим. Масло. Ну, его менял, короче, летом. Ну ладно, все можно немножко. Пока не купим, можно будет поработать. В общем, беру пшикалку, пшикаю, разрабатываю. Надеюсь, от того, что я буду винт крутить, он не заведется, потому что вот эта штука типа на заглушенном стоит. Она может завестись, если будет вот так. А так нет. Так, все, занимаюсь, потом вам расскажу и покажу. В общем, ось там помазал, побрызгал, покрутил за нож. Шкрип не уходит. Короче, как говорится, хороший скрип наружу выйдет, а плохой нам не помеха. Поэтому нам что хороший, что плохой, нам все едино. В общем, что, масло тут есть, бензин залили, сами видели. Пытаемся подергать, завести. Вот. Видите, уже легко стал крутиться. Сразу же. Бляха, это ж тормоз, ё-моё, а я кручу. Вот, ребята, какой же я дятел. Это я крутил. Глядите, он не прокручивается. А выжимаете ручку, и он все прекрасно. Тут ничего не случилось. Вот это за паникер. А, ребят, что ж я завожу? Карбюратор-то пустой. Вот здесь есть красная, знаете, как называется? На букву П. Я знаю. Пишите в комментариях, как называется. Тут написано, сколько раз нажать. 3. А я нажму не знаю сколько. В общем, нажал, видели. Ой, я паникер. Старенький Макарыч зачхал. Помню, может, я подсвечку и масло лил. Я его
пока он хранился у меня. Там масло понатекло куда зря. Он перестанет применять. Сейчас еще покажу кое-что, и это будет все под музыку Вивальди. Короче, покажу второй навесик и те места, где я сегодня весь день косил. Трава растет как на дрожжах, температура больше 20 градусов тепла. В общем, короче, вот. В общем, смотрите и слушайте музыку. Всем спасибо, всем пока.